еще на стихи, может, вернее, не на стихи Маховой, а как отклик на ее стихи. Короткая песня. Короткая. 10 шагов. У нее, по-моему, у нее без названия, но заканчивается так. Я сначала прочитаю ее стихотворение. Как же нас основательно занесло, как же нас затянуло, не ослабляя. Так не бывает, скажешь, а как бывает, если всего лишь и нас, кроме слов. Просто всего лишили пространства, сна, воздуха, облаков, заводной пружины. Если вам больно, радуйтесь, значит, живы. Да, очень больно, да, очень живы. На этой вот полосе, среди этих вот мест, многоголосых, давящих, рвущих, громких. Господи, выключай. Мы и так в потемках, лучше уж без обмана, а так, как есть. Солнце и так забыло про нас почти. Трудно дышать, расслабиться и согреться. Гудвин придет и даст дровосеку сердца. Но пока деревьям дрожать в ночи, но пока из листьев горит костер, кто-то всему своим назначает сроки, дикие яблоки падают нам под ноги. Вспыхнул шиповник и молча покинул двор. Не принимаю правил ничьей игры, только твержу сквозь зубы на грани срыва. Делай хоть что-нибудь, что тебе по силам, даже пусть по дороге в тартарары. Даже когда не видно пути и троп, даже когда все вязнет и убывает, кто там кого нечаянно убивает, метится в яблочко, а попадает в лоб. Что там за песни сложат нам в новом дне, с благостной улыбкой толкая в яму, камень в душе родит себе новый камень. Что там за музыка сложится из камней? Так говорю, не зная, куда, кому. Так говорю, устав от своих вопросов. Город взлохмачен осенью, не причесан. Ветер гоняет листья по октябрю. А до черты, где ветра холодный вой, где только льды и белые сны созвездий, 20 шагов осталось. 15, 10, 10, ты слышишь? 10 шагов всего. Ну, мотивами, как это было, я вот с мотивом у меня всегда плохо, поэтому я всегда на речитатив. С тех пор так и длится все это, но злей, холодней. Остервенели и благостнее их улыбки. Осталось лишь 10, но нет ни шагов камней. И пара окурков на дне недопитой бутылки. И Элли дорогой движется в тартарары. Шипунь когтями вцепляется в мокрое платье. Душа не приемлет без музыки правил игры. И слов не находит язык для отмены проклятия. И все, что мы можем, дрожать, как деревья в ночи, пытаясь спасти от осколков разбитого неба приблудную кошку от замков хрустальных ключей, горбушку последнего теплого отчего хлеба. При чувстве исхода зубами скрипят города. Погасли костры, но полку и огня прибывает. На лед отшатнувшись от нас улетает звезда. И ржавый рубильник, похмельный Господь, включает. Thank you.
А вообще, как можно, вот где ты научился так бойко, быстро, красиво стишки читать? Это же, наверное, очень трудно. Если он пишет сам, так он... Нет, вот чужие стишки. Ну, это какие-то так... курсы мастерства или дикторские курсы? В детстве я однажды победил на конкурсе чтецов. Вот. Ну, там были совсем другие стихи. Вот. А потом просто я очень редко вслух читал где-то. Я, когда читал стихи, я как раз их пел для себя, когда никто не слышал. А специально читать – это большое искусство, чтобы оно не звучало слишком пафосно, как бы искусственно. Процентов 90 авторской песни, в общем-то, это все знакомые мелодии. То есть ты пишешь, вот, а потом через некоторое время понимаешь, боже мой, да это ж вот оттуда же. Украдено до нас 10 раз. Ну, то есть иногда это даже впрямую получается мотив, который ты когда-то забыл, он потом как-то в памяти всплыл. И при этом сложно как-то мне это даже осуждать, потому что огромное количество текстов невозможно положить на разную музыку. Тем более, что текст уже диктует и ритм, размер. И выпрыгнуть из этого круга очень тяжело. Это, ну, очень большим талантом надо обладать, и таких людей, ну, их по пальцам можно перечесть. Не только в авторской песне, но и везде. Поэтому, как раньше ходили гусляры там по России, пели, у них на самом деле тоже было огромное количество было песен, а мотивов-то было немного, не все пели достаточно общие мелодии. То есть, конечно, там богатый пласт, но тем не менее они повторялись. И главное был, собственно говоря, текст какой-то, сюжет, то, что они хотели донести. Слово главное, конечно. Слово, да. Ну, конечно, если к слову еще и музыка прекрасная, и еще прекрасный голос, то это вообще потрясающе. Но, к сожалению, так не всем, не всем так везет. Есть, конечно, люди, которых ты слышишь, и просто замираешь сразу. Перевожих нотах, звуках. Вот. А иногда бывает, что ты слышишь голос, и там уже и текст не важен. Такое тоже бывает. Я вот недавно, ну как где-то года полтора назад, услышал, есть такой певец, ну, наверное, тоже его в интернете, у кого он сейчас есть. Димаш, казахский певец. Да, да. Вот. Вчера показывали. Там он, правда, плохих песен, ну, так не поет, но поет хорошие, ну, хорошие эстрадные песни. И... Но это совершенно не важно, потому что у него какой-то невероятный голос, невозможно просто как-то спокойно его даже слушать. Ну, огромный диапазон. Да. И вот не просто диапазон, бывают, ну, оперные певцы, я слышал, не то, что я большой знаток и поклонник, скорее, вообще наоборот. Вот. Но тем не менее, слушал, и огромные тоже какие-то вот диапазоны, снизу вверх. Но у него какие-то еще такие переходы невероятные. Ну, кого будем, невероятные впечатления. С 2 лет на сцене родители заслуженные певцы. У многих бывают заслуженные родители и певцы, да, и ученые, и кто угодно. Тут надо еще и дар, и характер, конечно, еще определенный. Все, чтобы все сошлось. Мне кажется, даже бывает просто гитара звучит, и это больше трогает, чем какие-то, да, пафосные, да, огромные хоры, непонятно о чем поющие. Поэтому у гитары есть свое преимущество. Ну, а еще есть такое... у каждого свой ключик. То есть никогда не угадаешь, что на тебя подействует. Это может оказаться какой-то и хор, который поет какую-то песню, а может оказаться какой-то каким-то простым голосом, напетой, какой-то маленькая песенка, которая...
попадает именно в то, где у тебя болит. В общем, в основном по этому принципу, мне как мне кажется, и народ как бы делится, выбирает своих авторов, свои песни. Что сказать, тут написано, что бардовская песня и задумывающая песня для думающих людей. Бардовская песня очень разная. Там куча какую-то, наверное, лабуды, а есть, есть песня, которая уже, уже настоящая поэзия. Это какая песня? Ну, не знаю, там, ну, та, тот же Щербаков, на мой взгляд, пишет настоящие стихи. И, ну, и песня у него тоже есть, да? И песня, да. И я, ну, он, причем в последнее время он вообще тоже перешел так, на такой речитатив. Ну, тоже это не в плане себя. Я на речитатив, потому что у меня с мелодиями не хватает. Он хороший мелодист, на самом деле. Но он перешел на речитатив, потому что тексты у него как-то они усложнились, что ли, не знаю, они стали другие. Мне по-прежнему он интересен. Многие, кто слушал Щербакова когда-то раннего, они тянули сказать, что он стал какой-то вообще какой-то занудный. Что-то пишет непонятное. Ну, мне нравится. Вот. Потом, я не знаю, Гриша Донской, Григорий Донской, потрясающий, пишет песни. И сложные, и очень простые, и стилизации поднародной, невероятно талантливый. И у него как раз сочетание голоса, причем голос-то у него такой, очень простой какой-то, сиплый, что ли, не знаю. Он им, ну, у Высоцкого тоже вроде голос был не оперный. Но вот он им так владеет, так интонационно, он чудеса вообще тогда творит. Или есть Оля Чикина, когда-то я, мне удалось с ней как-то пересечься чуть-чуть буквально. И я ей сказал, что Оля, вот, ужасно терпеть не могу вот такие голоса, как у вас вообще, терпеть не могу. Такой вот дрожащий какой-то, да, вот голос у него. Вот. И пишете вы какую-то ахинею, да. Ну вот как только запели, и вот и это все складывается, это, ну это просто какое-то волшебство это какое-то получается. То есть непонятно, как так складывается. Невероятно. Никто не выгорит. Я, кстати, заметила, когда мне песня очень нравится, и музыка, вот как ты говоришь, и музыка, и стихи, и голос совпадает, у меня как паралич наступает. Я не могу запомнить слова долго-долго. Потом несколько раз слушаю эту песню, даже начинаю записывать, потому что просто запомнить слова я не могу. Она меня заполняет сама всю. Ну, в общем-то, у меня тоже так, книжки, допустим, которые мне нравятся, я не могу запомнить, что там. Я, да, первое, да, первое, да, что да, я делаю, да, это их просто так вот глотаю. Да. Глотаю, туда погружаюсь, потому что вот это захватывает. Ну, а потом уже можно за покупку. Книжку такую сейчас найти хотелось. Когда начинали петь, вас не смущал свой голос, ну, вот, когда вы играете и начинаете петь? Да, меня и сейчас смущает. Мне до сих пор странно, что меня кто-то слушает. Не только ведь слушают, и читают. У тебя же вышло, у тебя же есть два песенника без нот вышли, да? Ну, не песенники, книги там, да? Ну, стихи. Там, конечно, ветер там, мы запихали туда все, что не попадет. Ветер, да. Там, вот, а вторая книга посетила недавно. С Эдиком, помнишь? Вот, в актовом зале еще, бывшей нашей Камчатгеологии. Да, еще Камчатгеологии. Да. Вот. А вторая книжка немножко все-таки там лишние лампадки. Хотя, конечно, надо было еще будет. Надо. Уже пора надо было сократить и опубликовать там ноты песен, чтобы все могли петь их хором. Хором, да, хором. Не, его не песня, хором никак. Абсолютно.
Нет, почему вы так говорите? Он же все-таки подражатель славных бардовских традиций, таких замечательных авторов, которых поют хором, как Григорий Лепс, как Олег Митяев, как Михаил Круг. Поэтому почему бы не петь Сергея вслух? С Митяевым, по-моему, выступает иногда. Да. Лепс. Да? Да. Это же великие барды. Ну, забавно было смотреть. Нет, просто тут не нужно смешивать, конечно, эстраду. Через тот же Грушинский фестиваль прошло довольно много людей, которые потом ушли и даже в эстраду, и в какую-то самостоятельную отдельную песню, которая, ну, как бы она уже не совсем бардовская, это как-то, ну, что-то свое совершенно. Да, даже бард-рок сейчас есть, называется. Да? Все здесь есть. Бард-рок. Я когда попал на Грушинский фестиваль первый раз, тоже я читал много там отзывов, там, что он испортился, что там нет той атмосферы, которая была раньше, вот все сидят у костра, там тихонечко поют. Ну, конечно, нет той атмосферы, потому что я когда был, там было около 100 тысяч человек. Это просто огромный музыкальный праздник, на котором есть почти все, да все, наверное. И можно найти там, где посидеть у костра и спеть старые, там добрые песни, там 60-х годов, а можно найти там и фолк, и рок, и джаз, и на любой вкус. И все это переливается разными красками, и просто страшно жалко, что это всего лишь 3 дня. И ты не можешь объять все это, вот, успеть везде. Это прекрасное место. Ну и в конце концов, мы можем немножко позавидовать, конечно, Маяковским, потому что легче ездить по разным фестивалям, там их огромное количество, на любой вкус и разного содержания. У нас на Камчатке, к сожалению, бардовское движение как-то вот оно слабо продолжается. Загибается. Раньше было, сейчас нет. Потому что... Нет, ну еще есть немного. Раньше была такая золотая карета. Зеленая. Она есть сейчас, функционирует, но все равно нет какой-то группы какой-то, которая была бы настолько увлечена и настолько у них бы еще хватало силы и времени. Это основная недостача. Потому что наша Маришка, она как символ нашего фестиваля, наш талисман, она. И она, конечно, проделала огромную работу, чтобы как-то это все организовать и нас как-то напинать. Вот. Но сил-то не хватает, она тоже работает, и все работают. Но главное, что есть авторы, которых знает вся Россия. Ну, это есть. Валерий Родин, к примеру, это Валерий Лихота. Да. Валерий Родин, я даже не помню, у нас пел на фестивале. Пел. Или нет. Вилючинский автор. Да, Вилючинский. Я помню, что он приходил на конкурс, но я не помню, что пел, да? А я, кстати, помню Сталину Соломонову, которая начинала все это бардовское движение. Ну, да. А она меня поразила так. Человек, который горит идеей, и все равно. Она пришла в общежитие, там пели-пели, нужно спать. Она говорит, ну постелите мне где-нибудь. У нее был такой огромный архив. Она была такой энтузиасткой, она собирала, вывозила куда-нибудь в избушку народ. И там народ и пел, да, все это было. Но человек, такой человек должен быть. Наверное... Сталина Соломоновна жива, она в Петербурге, архив у нее, там она собирается по-прежнему. Да нет, она уже не жива. Как? Неделю назад была жива. Да? Ну, да, сын выступал, обращался с просьбой, что пленки... Уже приходят в негодность, надо что-то делать с архивом, что мама вот оставила. Ну, я не знаю, может, я что-то пропустила, но, по крайней мере, так я помню. Неделю назад была жива.
Возможно, дай бог. Не, потому что люди с таким горящим желанием... Я месяц назад в интернете... Ну, это как бы положить в жизнь на алтарь, да, вот, собственно говоря, какая семья, какая работа, это вот человек в этом живет. А на горе Морозной проводится сейчас фестиваль? Не на Морозной, она на Микиши переместился. А, там же. Уже много лет. А там уже несколько лет дышит. Да, поляжу уже, да. Дышит. Трухин, когда был тоже еще... Так все крутилось. Трухачев. Ой, господи. Трухин – это другой. Это я, да, уже по работе. Это другой товарищ. Это другой оперы. С работой у меня уже совместилось. Трухачев, конечно. И вот после него стало очень тяжело. После того, как он ушел. Тем не менее... И на фестиваль приезжают какие-то молодые ребята. И какими-то обрывками в интернете я вижу, что люди-то есть. Просто они не приходят, они, если нужно, они реализовываются в интернете, уезжают куда-то сразу. И пишут сразу туда, потому что здесь у нас движение слишком слабое. Вот. А сейчас ты написал песню, ты ее выложил в YouTube. И ты можешь сразу выйти на огромную аудиторию. Для этого не нужно никакое объединение, не нужно вступать в союз писателей, ты можешь сразу, опять же, выйти на большую аудиторию. Ну, уехав, это еще не значит, что ты получил большую аудиторию. Нет, нет, я имею в виду в интернете большую аудиторию. А уехал, ты можешь просто попасть именно в ту среду, которую ты себе хотел, ты можешь выбрать. Или, пока не, ты или не попасть. Ну, или не попасть, если ты немножко не так понял. И тебе что-то показалось не так. Интернет – вещь обманчивая. Песня... Задумывалась песня на каком-то очередном сплаве по речке. И как-то вот мне говорили, что напиши что-нибудь про сплав. Ну, я, как всегда, написал про другое. Но про реку, река тут присутствует. Вниз по реке плыть и плыть нам, считая не дни, а года. И по руке бесполезно гадать, мол, откуда плывем и куда. Не расчесть письмена и затейливый их алфавит. Ох, ведь сколько тому был утрачен и ныне и прислан ночи. Травы и снег уплывают под медленный говор воды. Год или век наградой за наши труды, лишь короткий ночлег на груди у чужих берегов. Остаются чернеть поцелуи горячечных наших остров. Плеск весов и весна, как блесна нас манит, несть число дням без сна, и тесна все кровит. На реке дорожка блещет, в заводе рыбешка плещет, дура бабочка летает, сколько плыть никто не знает. Только бы плыть до тех пор, пока нас не полюбит река. Только бы плыть, пока взор не остынет свои, отыскав облака. Но еще не теперь мы к манящим изгибам прильнем. Пропуская удар, наше сердце торопится за окоем. Как нас несет
сквозь пороги опять мертвецов пусть хоронит река. Только вперед, через годы враги и друзья прорастут из песка. Их не напоминать, и у встреченных черных крестов не склонять нам колен, ибо грозно река помывает перстом. Плеск весна, и весна, как блесна нас манит, несть числа дня без сна, и тесна все крови. На реке дорожка блещет, в заводе рыбешка плещет, да дура бабочка летает, сколько плыть никто не знает. Только бы плыть, хоть и плакать от солнечной рези в глазах. Только бы плыть, ибо нет никого, кто б сумел воротиться назад. И на бедный улов, и заброшенных рами на нас сетей. Нам едва ли роптать, ибо в ту же купили крестить нам детей. Издавна так принимает река свою вечную сыть. С Богом за борт, а кому доведется по бедному следу доплыть до соседних челнов, тем протянут ладонью весло. Это значит, их ждет наша старая каца на смерть ремесло. Жизнь красна и честна, как блеска нас манит, несть числа дням без сна, и весна все кровит. На реке дорожка блещет, в заводе рыбешка плещет, дура бабочка летает, сколько плыть никто не знает. Я думаю, не уступить ли уже место мне? Я думаю, спеть классику. Классику? Конечно. Стою один. Мне снилась роща, роща золотая, с березовым осенним языком. И журавли печально пролетая, меня покрыли легким ветерком. И журавли печально пролетая, меня покрыли легким ветерком. Увы, не в руку, уж скорее в око, мне вышел сон, проснулся я в огне. Наказан был придурковатым оком, но не совсем, точнее, не вполне. Наказан был придурковатым роком, но не совсем, точнее, не вполне. Стою один среди равнины голый, и вижу, как уносит ветер вдаль моей палатки пепел невесомый. И ничего в прошедшем мне не жаль, моей палатки пепел невесомый. И ничего в прошедшем мне не жаль, не жаль носков постиранных напрасно, не жаль гитары, больше ей не петь. Сгорел последний куст рябины красной, увы, здесь больше нечем угореть. Сгорел последний куст рябины красной, увы, здесь
больше нечем гореть. Не жалеющий уже не материальный и сухарей, которых не доел. Лишь от того немного мне печально, что сам я вместе с ними не сгорел. Лишь от того немного мне печально, что сам я вместе с ними не сгорел. Мороз и звезды, чудная погодка, а я вот-вот начну сиреневеть. Как не тяни трусы до подбородка, они не могут ничего согреть. Как не тяни трусы до подбородка, они не могут ничего согреть. Угасла прыть, стою и замерзаю, в далекий мир с онылостью волевом. Там журавли, там роща золотая, Есенин там с осенним языком. Очень дорогие. Большое спасибо всем за внимание. Спальники, да? Палатки. У нас следующий. Я просто еще не настраивала, ну, я не знаю, как она сейчас. Слушай, давайте, давай маленький перерывчик. Какой-то предыстория была у этой песни? Ну, да, конечно, конечно. Горела, да, палатка, как всегда. Ну, во-первых, конечно же, горевшая палатка, как у многих, кто работал в геологии, в туризме. Почти у всех встречалось. Вот. Все по-настоящему. Как бы, все по-настоящему. Новичком последним, это когда мы в суровые годы занимались всякими работами, в том числе погрузками, разгрузками. Вот на летном поле мы загрузили очередной самолет, он улетел в летное поле, дождь крапает, и стоит наш товарищ Леша Филимонов. Он был тогда уже такой, как я, лысый, значит. И он, в отличие от меня, никогда не носил никаких шапок, зимой, летом, всегда. И вот он стоит, дождь стекает. И он произнес эту фразу: «Стою один среди равнины голый». Вот, и, собственно, из нее и из прочих воспоминаний получилась эта песня.